Аризона выделяется среди других животных приюта. Мордовом у кота нет одной передней лапы. Аризона попал под опеку волонтеров с сильными травмами. Из конечности торчала кость. Было понятно, что лапу спасти не получится. Пришлось ее полностью удалить. Но на этом беды кота не закончились. После операции он заболел коронавирусом, поскольку коронавирус у него был в носительстве, и ослабление иммунитета дало толчок для болезни. И он перенес очень много капельниц, очень много уколов. И, естественно, после этого он стал, для него человек стал символом уколов. Когда Аризона выздоровел, волонтерам пришлось приложить немало усилий, чтобы завоевать доверие кота. Сейчас он дает себя гладить, идет на руки. Но к посторонним людям еще относится настороженно. Что касается потери лапы, то на активности кота это не сильно сказалось. Он приспособился. Отсутствие лапы никак не влияет. То есть он спокойно будет запрыгивать и на диван, и на кровать, и на другие предметы мебели. Он здоровый, все хорошо. Аризона подойдет в семью без маленьких детей и тем людям, которые будут готовы набраться терпения, чтобы его адаптировать. Именно не в плане лотка, дома и так далее, а именно адаптировать к себе, к человеку, чтобы он опять пошел на ручки, чтобы он снова давал себя гладить. То есть на это потребуется какое-то время. Волонтеры уверены, в любящих, заботливых руках Аризона быстро станет ласковым и добрым домашним котиком. По всем вопросам обращайтесь по телефону +7 908 762 09 51.